На избирательный участок пришли проголосовать как активная молодежь Тувы в лице студентов медколледжа, так и старшее поколение, которое внесли в этот процесс мудрость и жизненный опыт. Многие из них делились воспоминаниями о прошлых выборах, о том, как важно было еще несколько десятилетий назад защищать свои права и интересы. Они понимали, что голосование – это не просто формальность, а истинная возможность выразить свои идеи и надежды на будущее своих детей и внуков. Гражданский долг. Как, почему? Нам же жить с людьми, с этими работать. Мы поколение такое, что, ну, как говорится, сами понимаете, что ответственность просто напросто. Полностью поддерживает эту позицию и режиссер Алан Оржак, который также берет пример со своих предков. Он поделился, что посещал выборы различного уровня еще со своими бабушкой и дедушкой, потом с родителями, а теперь и сам, чтобы стать примером для своих детей и молодого поколения республики. Самое главное для меня это большой праздник, потому что предки мои, то есть дедушка, бабушка тоже ходили на голосование, мои родители ходили на голосование. Вот, и поэтому я следом за своими, скажем так, родителями, следом за своими вообще вот как бы предками я всегда тоже проявляю гражданскую позицию, прихожу на голосование и голосую всегда ровно в тот день, когда нужно будет сходить. Отдавая свой голос, мы не просто влияем на настоящее, но и закладываем фундамент для будущего. Выбор, который мы делаем сегодня, имеет долгосрочные последствия. Он определяет не только политику, экономику и социальные условия, но и воспитание новых поколений, их ценности и мировосприятие. Арлана Байду, Владимир Сюртук, Азамат Учур, телеканал Тува-24.